10 главных отличий Уимблдона от других турниров «Большого шлема». Первое. Уимблдон – самый старший турнир. Ему 124 года. Второе. Уимблдон – единственный турнир, проходящий в Англии. Третье. Это самые престижные теннисные соревнования в мире. Четвертое. Только на Уимблдоне в теннис играют на траве. Пятое. Это единственный турнир, в котором все игроки выступают в белом. Шестое. Только зрители Уимблдона в перерывах между матчами едят клубнику со сливками. Седьмое. Это первый международный турнир, в котором участвовали наши теннисисты. Восьмое. Именно здесь Анна Дмитриева вышла в полуфинал и стала нашей первой теннисной звездой. Девятое. Александр Митревели – единственный отечественный теннисист, вошедший в финал Уимблдона. И десятое. Уимблдонский турнир. Только с Анной Дмитриевой и Александром Митревели. Ежедневно, после полуночи, на ТВ.